Всем привет, ребят, Киберспорт на месте. И сегодня, наконец-то, 17 апреля, вышла 9-я неделя испытаний для скина Дэдпула, выполнив которую, мы сможем с вами получить дополнительный стиль к скину серого вида. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, вводить мод тег автора GreenSuit магазин предметов и писать комментарии, как вам данный стиль. Мне будет интересно это узнать. Ну а мы переходим к самому испытанию. Испытания, как всегда, очень легкие, у вас не должно возникнуть никаких трудностей при их выполнении. Повторяйте за мной, и у вас все получится. В первом задании нам необходимо найти шорты Дэдпула, и как всегда они будут находиться в лобби игры Fortnite. По информации, которая доступна сейчас, данные шорты будут находиться в лобби боевого пропуска, комната агентов, комната Мидаса. И именно там они должны находиться, но если они изменят свое местоположение, загляни в комментарии, и я напишу, где они еще могут находиться. Легко выполнив первое задание, мы сразу же двигаемся ко второму, и здесь нам необходимо помахать штанами Дэдпула в знак приветствия. Данные штаны разбросаны по всей локации Fortnite, но я сделал для вас небольшую чит-карту, на которой отмечены все те локации, которые вы также можете посетить и найти данные штаны. Но я полетел на конец борта яхты и нашел там данные шорты. Подходите к ним, машете, и вы легко выполняете второе задание 9-й недели Дэдпула. Вот так просто мы с вами выполнили 9-ю неделю испытаний Дэдпула и получили очень прикольный стиль для скина. Ну а вы, в свою очередь, не забывайте подписываться, ставить лайки, вводить мой тег автора GreenSuit магазин предметов и писать комментарии. С вами был Greens, ну а я пошел искать для вас контент. До новых встреч!